Знаешь, вот там, в той стороне, тоже на окраине города у нас находится эта лесопилка. И вот, сказали то, что она вот, ну, работники выходили, видели, мол, что тут что, просто вот, пролетает. Буквально, ну, быстро передвигается, но оно крупное. Это не похоже, сказали, нифига не похоже на собаку, вот. То есть крупное? Да, оно достаточно крупное, и на собаку оно вообще не смахивает. Говорят, больше, что ли, на кота здорово похоже, либо что-то это. Но для кота, они говорят, слишком была большая. А еще что говорят, описывают? Как ее? То есть, ну, видели, получается, ее два раза? Ты говоришь еще? Нет, ее видели много раз. Я просто, ну, раз. Я вот примерно помню то, что вот эти два места. Вот, описывают ее, ну, примерно вот такого размера. Высотой она будет вот столечко. Вот столько. Угу. Вот. Больше, по, ну, на со... вот они говорят, что вот как мы собак видели, на собак вообще не похоже. И движения у нее какие-то были странные, скачкообразные. Ну, по комплектации ближе к рысе, грубо говоря. Ну, у нее, говорят, что длинный хвост. Длинный и, знаешь, ну, как будто на нем нет шерсти. Здесь вот, считай, окраина, то есть понятно, что она начинается с окраин практически. Самое стратегически выгодное положение. Сейчас вот сюда. Там будет этот дом. Ну, когда мы это, он тогда еще устроился, поэтому там людей-то особо не было. Там, ну, почему это мало так видели? Потому что обычно эти проходят, а если видят, то забивают. Ну, мол, ну, видела, может, повидела просто. Говорят то, что вот оттуда шли следы, но практически все, кто, ну, вот, кто последние 3 года ее видел, вот обычно следы говорят то, что вот именно вот отсюда проходили. Начинались? Да, вот именно вот отсюда. А там как раз... Вот, видишь, это деревья, угу. А за деревьями там как раз уже дойдут дома. С домов? Да. То есть со стороны, ну, то есть со стороны уже города. Вот отсюда вот так проходило. А некоторые говорили, что, мол, там это были, ну, то, что вот оттуда, со стороны, хотя там нет ничего. Здесь дорога песчаная, тут все следы остаются. Ну, на траве их, конечно, не будет. Вот следы когтей, вот на этом вот начинается расстояние, вот здесь. Вот отсюда вот так они шли и наверх. То есть вот как будто вот так кто-то вот залезал и наверх все. Это в том месте, где ее видели как раз.